Здравствуйте, мои дорогие друзья. Это один из моих аквариумов, несколько обновленный. Пересажены растения. Немножко изменен ландшафт. Ну, что-то получилось вроде как даже лучше. Вот можно оценить. Вот здесь посажены и хорни. Вот такие вот. Они не должны расти высоко, не более 10 сантиметров. Иначе они теряют свой вид и даже могут погибнуть. Очень даже неплохо выглядит. Вот далее, что тут изменилось. Если сразу можно будет разглядеть. Такие вот стилизованные деревья. Эхинодорусы. Далее тоже береги. Ну и некоторая перспектива. Открытое пространство. Хотя хотелось бы было большего, но как получилось. Хотелось бы показать сомиков. Их хоть не найдешь. Все время они прячутся и днем, и ночью. Панды. Даже и анциструсы, и то что-то сидят в кустах. Не найти их. Здесь большой куст бальбетиса. Бальбетис компакт. То есть у него очень много листьев, но он невысокий. Крупный план прицели. Вот такой папочка. Вот оно, семейство собралось. Производители. Такой вот
аквариум. Я уже вижу его несколько измененным. Уже есть проекты изменений. Но когда буду этого делать, пока еще не знаю. Работа очень серьезная. Требует подготовки.